Здравствуйте, дорогие друзья! Мы находимся на стадионе «Урожай», где проходит сдача норм ГТО. И мы приветствуем спортсменов и чествуем за достижения. Спорт в жизни нужен непременно, ведь жизнь, она и есть движение. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на нашем стадионе большой спортивный праздник, посвященный сдаче норм ГТО «Готов к труду и обороне». Слово для приветствия и поздравления предоставляется главе муниципального района Кошкинский Титову Виктору Николаевичу. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего праздника, наши уважаемые любители спорта, спортсмены, гости. Второй год мы проводим вот такие соревнования, мероприятия по сдаче норм ГТО. Надо сказать, что вот наше взрослое поколение в свое время вот такие мероприятия проводились регулярно. Сегодня правительством Самарской области, Министерством спорта и партией «Единая Россия» принято такое решение, чтобы каждый сегодня житель Самарской области, каждый житель Кошкинского района мог и имел право, значит, вот участвовать в этих спортивных мероприятиях. Надо сказать, что сегодня именно развитие массового спорта в нашей области, оно с каждым годом растет и увеличивается. И вот по нашему муниципальному району, значит, мы достаточно много уделяем внимания спорту. И надо сказать, что вот и по текущему году, значит, планируется 5 спортивных площадок построить. Сегодня 2 уже, значит, строятся. Это в Васильевском поселении, селе Русская Васильевка, в Ермаковском поселении, село Ермаково. И в ближайшее время будут эти площадки, значит, начнут строиться в Большой Константиновке, Константиновского поселения. Значит, и люди, значит, все делают возможное, чтобы именно занятием спорта, значит, привлечь как можно, значит, больше нашего населения. Вот такая задача сегодня перед нами стоит. Я надеюсь, что каждый из вас сегодня вот на этом мероприятии покажет свои физические качества. Каждый постарается выполнить, значит, те нормы, которые сегодня по ступеням предусмотрены. Мне бы хотелось пожелать вам, прежде всего, всем крепкого здоровья, больших и хороших результатов в спорте. Ну а чтобы сегодняшнее вот наше мероприятие, вот это праздничное мероприятие, прошло, значит, как всегда, на хорошем уровне. Всем желаю удачи. Для вас выступит старшая группа народного танцевального ансамбля «Росинка» с зажигательным танцем. Все поддерживаем. Идут богатыри, в них сила с красотою, и что ни говори, здесь правило простое. Рывок, толчок, и снова вверх. Считаем кулак, поднять готовы. Не раз, не два, а больше всех. Герои спорта, так видно суждено, забыв про боль. Я хочу сказать, что он может это делать в течение получаса. И рекорд его на областных соревнованиях 73 раза. Это 100 очков. Часто участник наших праздников Голубев Миша. В будущем Миша планирует открыть студию брейкинга. Мы всех ждем. Honey looking good from her head to her toe. Beauty over nobody out of control. She 24, she could be a model. So beautiful, all so natural. Mommy looking good from her head to her feet. She fucked up, but she still looking sweet. And you can tell her daughter. Молодежной политики Богатову Сергею Петровичу. Как же нас здесь много, самых-самых разных. Если все мы вместе, это значит праздник. Если мы смеемся, все у нас в порядке. Может, нам всем вместе сделать физзарядку? Я для вас приготовил вчера зарядку. Вот по шпаргалке сейчас я вам проведу. Давайте движение. Ознакомимся с движением. Вы все их знаете, просто я их напомню. Движение баскетбола. Как? Ведение мяча, да? Волейбола. Передача.
обхватите руками колено и подтяните его к груди. Подтяните. Раз. Отпустите. Итак, сегодня в наших соревнованиях принимает участие 121 спортсмен. Все участники разделены на 7 возрастных групп. Ко всем группам будут прикреплены волонтеры. Вы их сейчас видите, они в оранжевых жилетках. Впереди у них написан на жилетках возраст, позади у них прикреплены нормативы. Вы можете с ними сразу ознакомиться. Будут на этих видах сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Сашин Александр Аркадьевич. Подъем туловища и наклон вперед. Анисимова Лариса и Еферов Валерий. И стрельба. Евсеев Виктор Афанасьевич и Романов Юрий Викторович. Ну а сегодняшний день мы проводим под девизом спортивным «Быстрее, выше, сильнее». Всем желаю удачи. Сегодня никуда от спорта не уйдешь. От спорта нет спасения. Стадион гремит, как будто подошла волна землетрясения. Гул стадион. Сегодня мы хотим представить самых маленьких участников нашего спортивного праздника. Вы ведете здоровый образ жизни? Да. Да. Что такое здоровый образ жизни? Это делать каждый день зарядку. Есть здоровую пищу, заниматься спортом. Вы рады участвовать в нашем спортивном празднике? Да. Все очень интересно. На следующий год придете? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас приветствуем на нашем празднике. Пару слов о нашем проведении. Ну, я как ветеран спорта приветствую вот такие мероприятия. Я очень рада, что возобновили ГТО и готова участвовать до победного. Я помню, в том году вы получили грамоту как самая активная участница нашего праздника. Вы танцевали, зажигали. Я думаю, что сегодня это будет то же самое. Да, стараюсь поддерживать. И еще я бы хотела сказать, что я в этом году еще и самая старшая вообще во всем, среди всех. Поэтому я призываю девочки, бабушки или там кто, приходите, это очень здорово. Пробежаться, пострелять, отжиматься, ну нормально все, в общем-то ничего страшного. Приглашаю всех принимать участие в таких мероприятиях. Это очень здорово, это для здоровья хорошо и желаю всем успеха. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Сложно, потому что я, например, не спортивный человек. Я больше по организации мероприятий. Поэтому я думаю, что это тяжело. Почему? Возможно. Обычному человеку. Нет, если бы не готовиться.